В очередной раз произошел пожар по адресу улица Гостиная, дом 1. Заброшенное здание, исторический памятник, постоянно фигурирует в сводках МЧС. Итог этого пожара таков. В ходе тушения обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. Одну женщину эвакуировали с признаками отравления дымом. Это граждане без определенного места жительства. Они давно облюбовали разрушенное культурное наследие. Сгорело и имущество местных жителей. Диван. 5-6 минут было достаточно, чтобы ликвидировать горение. На площади 15 метров горел мусор внутри здания. Это разрушенное здание, по идее, представляет для города большую ценность. Здесь в свое время находился путевой дворец Екатерины и дом Каменских. Собственно, он и использовался для этих целей. Здание, которое вот уже 10 лет, с 2001 года, находится под охраной государства, за это время не ремонтировалось ни разу. Краеведы давно говорят о необходимости восстанавливать историческую часть, но, конечно, дело за архитекторами, за их проектами, за реставраторами, которые на основе данных краеведов это могли бы сделать, и за теми хозяйственниками, которые могли бы вложить деньги. Это здание – федеральная собственность, и ремонтировать его, по идее, должны за счет федерального бюджета. В план празднования 450-летия города Орла этот объект не вошел. И что будет дальше с ним – тайна за семью печатями. Главный архитектор города, господин Берсенев, общаться на эту тему не пожелал, мотивировав тем, что он не в курсе судьбы исторического памятника. Я не обладаю никакой информацией. Можете перезвонить, у меня зам есть, Фомин. Позвоните еще по этому телефону, вас соединят с Фоминым. Вот, у меня просто никакой информации, я вам уже объяснял. Пожалуйста. К сожалению, дозвониться до зама мы тоже не смогли. Продолжительное время его не было на работе. Год назад администрация города на своем сайте проводила опрос, что лучше сделать со зданием на улице Гостиная – снести, отреставрировать или не трогать. Результаты опроса по какой-то причине не огласили. А между тем орловчане свои пожелания высказали. Я вот так смотрю, как он сейчас есть, что там ремонтировать. Мы пара. Нам, правда, город у нас маленький, мало мест, где можно пройтись, погулять, красиво посидеть, сквериков, лавочек. Было замечательно, если бы убрали это здание и что-то построили красивое, уютно, тихо. Я считаю, что место замечательное в плане центра города. Сносите и строите что-нибудь новое, красивое и удобное. Набережной было бы неплохо. Вот мы приехали, помню, в Новороссийск, набережная. Вот. Или в той же Ялте тоже набережная. Ну, понятно, что это курортный город, но тем не менее набережная есть набережная. Валерия Гавриловская, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».